Для акул бизнеса и начинающих в Красноармейском районе прошел завершающий в этом году День малого и среднего предпринимательства. С какими сложностями сталкиваются бизнесмены, кому идти за помощью, эти вопросы стали главными. Барьеров у малого бизнеса хватает, тем более у начинающего. Разработка проекта, прохождение различных нормативных экспертиз, получение кредита, поиск помещений для работы. Этот перечень можно продолжить. Создание и развитие собственного дела – задача непростая. Не каждому она под силу. Тут на помощь приходят специалисты. Мы пытаемся поднять проблематику по абсолютно разным вопросам. Это и контрольно-надзорные органы, это административное давление. Может быть, попытаться решить точечные проблемы с точки зрения привлечения финансирования или проконсультировать бизнес по мерам государственной поддержки. Знания, навыки приходят с опытом. Много что не знаем, мы начинаем работать, а вот не изучаем законы, не изучаем, кто может помогать. А вот сегодня пришли и помогли нам, подсказали. Но именно то, что у нас такая поддержка есть, мало предпринимателя, есть такой человек, который можно обратиться, и он поможет нам и на судах, и выяснять отношения с другими людьми. Вот есть, где можно деньги взять получше, есть даже поручители. Ходим, ищем поручителей. Оказывается, может министерство поручиться за нас. День малого и среднего предпринимательства уже зарекомендовавший себя формат. Его проводят в течение года, с февраля по декабрь во всех районах Чувашии. Это не только встречи с представителями власти, обсуждение насущных проблем, но и конкретные примеры успешного ведения дела, создания новых рабочих мест. Сегодня мы немножечко изменили формат, проводим его на территории крупного предприятия. Я думаю, что всем будет интересно, предпринимателям этого района, прийти и послушать о мерах поддержки, которые оказывает правительство Чувашской Республики, субъекты малого и среднего предпринимательства, о национальном проекте, который реализуется у нас с 2019 года. Для узнаваемости нашего проекта даже разработан специальный бренд «Мой бизнес», чтобы было всем понятно, куда идти, куда обращаться. Экономика муниципалитетов напрямую зависит от частных инвестиций. Чем больше их, тем весомее будет местная казна. Понимание этого простого правила всеми заинтересованными сторонами дает синергетический эффект. Рифат Фаткулин, Бахтияр Велиев, Республика.